и четко имя. Дима! Дима! Был когда-то. Спускаюсь, спускаюсь. Ну так, как тебе сказать? Детей у меня больше не будет, это факт. Ксюш, сейчас спущусь, подожди. А, блядь, больно. Сейчас спущусь, Ксюш, подожди. Сука, это пиздец как больно, блядь. Единственный минус, по-моему. Все, хватит меня тут это. Да спустился, спустился. Ромка, он тоже первый раз. Почти. Да что ж. Поехали, поехали, поехали. Ай, бля. Ты же говоришь, что надо идти, а то действительно так и поехать могу. Побежали, побежали. Так, вот он сверху сказал, что тут камеру снять и какой-то мешок в каске положить. Окей. Блять, так и оторвать может что-нибудь. Я смотрю на трояк, у вас приземление довольно-таки жесткое. На самом деле мягкое. Че? Оно только выглядит жестко. Ребята, вы же где? Видишь, Ксюша? Снимай. Так, а вот как ее снимать? Просто так? А. Да, можно. Через голову просто перекинь сейчас. А, меня к этому не готовили. Вот. Это Петер. Папа. Так, как тебя? Папа. Так, так. Мама, не бейте, мама. А, да и мама сейчас. Thank you.
вообще на расслабоне были? Нет, я на расслабоне как-то. Не доросла еще. А все равно не вылетишь в голову? Не доросла. Ну-ка, встань твердо. Ух ты как!